Привет всем! Сегодня проведем тренировку на улице. Я потянусь 100 раз за 5 подходов. Это будет по 20 раз в подходе. И прокомментирую свои действия. Сами подтягивания делаем за счет техники резкого рывка, захлеста ногами и резкого сокращения мышц рук. Не надо плавно вытягивать, это не та работа, надо работать на данный момент на силовую выносливость. Итак, сделали 2 подхода, осталось еще 3 двадцатки. Сделали 3 подхода, еще осталось 2. Главное в таких подтягиваниях не подтягиваться на силу. Здесь более технические подтягивания, которые позволяют построить кардиоработу, если совмещать такие подтягивания с каким-нибудь бегом, приседанием. То отлично получится сжигать подкожный жир. Так, осталось еще 2 подхода. Будете включать такое упражнение еще с каким-то бегом или с приседаниями, то это будет отличная кардиотренировка для сжигания подкожного жира и рельефить свое тело. Второй момент – это работа на силовую выносливость. Такое упражнение позволяет пробить то плато, если вы подтягиваетесь раз 20 и больше не можете потянуться. Такое включение таких тренировок раз в месяц, раз в полтора месяца позволит увеличить количество подтягиваний. И третий момент. Не стоит подтягиваться на силу. Это все-таки техническое упражнение. Здесь не важно, как вы будете подтягиваться. Главное, за счет рывка и техники ваш подбородок оказался над перекладиной. А как вы это сделаете? Нет сути. Все, что хотела сказать. Дальше будут еще более интересные тренировки. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, задавайте вопросы. Всем пока!